Dado 79 представляет. Как вы видите разрешение Нагорно-Карабахского конфликта? Это самый сложный конфликт в постсоветском пространстве. По мнению военного эксперта, во второй половине 2020 года можно ожидать полной деоккупации 7 районов и Нагорного Карабаха. В России, Азербайджан. Кстати, наверное, Армения это... У Азербайджана есть весомый аргумент против Армении, с которого и следует начинать решение Нагорно-Карабахского конфликта. Регулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха и так далее. Надо самым первым делом ставить вопрос о деоккупации 7 азербайджанских районов, которые не являются предметом спора. Одна проблема 7 районов, оккупированных Арменией. Как передает Азиас, об этом как передает Аххарас, заявил доцент кафедры политологии и социологии имени Плеханова, член экспертного совета офицера России Александр Перинджиев в эфире передачи «Патриот». По его словам, если в настоящее время в отношении Нагорного Карабаха сложился термин «спорная территория», то удерживание армянской стороной прилегающих районов – это чистой воды оккупация, и надо брать за основу именно этот факт. Существует такое мнение, что Нагорный Карабах – это спорная территория между Азербайджаном и Арменией. Сейчас надо найти правильный подход. Необходимо предъявить тот факт, который признает даже сама Армения. Речь идет о 7 районах Азербайджана, оккупированных Арменией, которые никогда не входили в те самые спорные территории Нагорного Карабаха, отметил эксперт. Оккупировала азербайджанские земли, которые не входят... Перинджиев подчеркнул, что когда идет дискуссия вокруг этой проблемы, он сразу говорит о факте оккупации со стороны Армении этих 7 азербайджанских районов, и его собеседники задумываются. Если Армения оккупировала эти земли, то вполне вероятно, что и Нагорный Карабах тоже подвергся этой агрессии. Там, вот, они хотят просто вернуть те земли, которые вообще не входили в Нагорный Карабах. И, по-моему... Есть подлинные документы, подписанные армянской стороной, что данные 7 районов принадлежат Азербайджану, и они должны безоговорочно освободить эти земли. Нужно найти о 7 оккупированных районах. Так, если есть столько фактов, почему бы не начать с этого, доказать всему миру оккупационную политику армян и дальше уже требовать освобождения Карабаха, отметил военный эксперт. Беженцы возвращаются в те районы. Я так правильно вас понял? Да. Перинджиев уверен, что если действовать в этом направлении, то уже во второй половине 2020 года можно ожидать полной деоккупации 7 районов и Нагорного Карабаха. Но переговоры между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха можно вести только в том случае, когда будут освобождены 7 районов. Это все зафиксировано во всех международных протоколах. Но проблема Нагорного Карабаха, она не может обсуждаться, пока не освобождены 7 районов. Поэтому я не говорю, чтобы Азербайджан отказывался от обсуждение Нагорного Карабаха, но он должен поставить, говорит, мы перейдем, конечно же, к обсуждению проблемы Нагорного Карабаха, его статуса и так далее. Но мы вообще-то хотели сначала сказать, что вот эти районы, когда вы их освободите, они должны быть освобождены, а потом мы будем обсуждать Нагорный Карабах. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.